Всем привет! Итак, мы в любимом Зеленограде. Въезд в Зеленоград с Московского проспекта, пересечение с Никольским проездом. Безусловно, все уже поняли, что мы тут делаем. Спецдор вместе с ЦУДД делает умный перекресток. Этот объект был неумный, вызывал определенные нарекания. Собственно, после того, как сделаем умным перекрестком, это будет вот такой объект. И здесь уже будет в боевом режиме испытаны детекторные комплексы транспорта нового поколения. Если раньше мы видели насечки прямоугольные, то теперь они будут кое-где круглые. Сделано для того, чтобы лучше видеть мотоциклистов. Это более чувствительные детекторные комплексы получаются. Собственно, в боевой эксплуатации уже посмотрим, как они себя будут вести. Опытная эксплуатация показала отличные результаты. Здесь в промышленном масштабе посмотрим, что получится. Итак, дорогой и любимый Зеленоград, принимай работу и здесь. И двигаемся по Московскому. И у нас еще в городе есть неохваченные объекты. И в скором времени они тоже станут умными. Вот такая история.